Так мы гуляем, дошли уже такого храма, вы там внутри все посмотрели, и мы идем дальше. Нашли вот памятники интересные. Жалко, конечно, что мы не летом гуляем. Летом бы, конечно, здесь было все очень-очень красиво. Ой-ой-ой. Собака. А она псичка лает. Летом, конечно, здесь было бы все очень красиво. А так сейчас это тут сухие деревца какие-то. Все так мрачно, мокро. На земле именно. Асфальт-то сухой. Ты сфоткал тот? Да, я сфоткал. Уже? Там право. Право что-то американское. Кто там? Только дом мешает. Этот. Идем мы. И видим, забор стоит. А в нем дырка. Ну ладно, думаю, пройдем. Проходим. А тут улица. Все открыто. Люди ходят. Я думаю, а смысл тогда забора? Мне непонятно. Тут памятник паровозу. Такой металлический, черный, красивый. Третий памятник там был. Первых два мы с вами только что видели. И третий. Ну вот он зарос. Зарос прям кустами. Но это тоже некая красота. Девственная природа. Не ходи там. Женя, ну ты что поперся тут? Очень красиво. Давайте его поближе посмотрим. Что я помню там за звуки? Как красиво. Сейчас мы с вами с другого ракурса подойду. О, там даже церковь видна. А, это типа дымок такой идет. Труба. Мужчина с трубкой, что ли? А, с усами. С усами. Очень красиво. И такой парк, он какой-то такой заросший, такой заброшенный, с советских времен, но очень красиво. Такой, знаете, как дом свой, домой вернулся, как будто в советские времена. На новый город похоже. Советская постройка опять открылась. Сверка. Какие здания. Какое красивое здание. Необыкновенное. Таких мало где встретишь. Хотела бы, конечно, не в самарскую архитектуру добавить в ролик, но я не буду это делать, потому что это Тольятти. Пускай оно будет
наверное. Тут рядом стена какая-то, как горка. Тут тоже что-то непонятное. Как кусок с границы получается. Окна большие. Хитрый ты. А там, смотри, упал кто-то. Ветка сломалась. Там умудрилась сломать. А ягодки, какие ягодки. Офигеть. Жалко дерево. Грустно, когда ломаются деревья. Неприятно все это. Так, это у нас парк Победы. Березовая аллея, посаженная когда-то людьми. О, как красиво тут. Елочки. Берез мне отрадный напоминает, Жень. Слышь? Женя, ты глухой. Желтые ели. Женщина сразу отвернулась, курит. Ай-яй-яй. Надо курящих снимать всех. Чтобы их родители видели. Желтая ель. Пожелтели что-то. Что-то пожелтели. С этой стороны зелененькие. Короче, перепутали мы. Это вот, оказывается, парк Победы. А там просто был парк или сквер третий. Просто третий. Вот, я у женщины спросила. Я говорю, что, просто третий? Просто третий. Странно так. Как в отрадном прям магазине. 53-й, 22-й, 8-й. Какой здесь асфальт старый. Есть какие-то памятники старые. Как? Не знаешь? Что-то какие-то грустные. Да, может, их развеселить? Что они такие грустные? Как красиво. Посмотрите, какая красота. Какая красота. Какая красота. А дерево какое, посмотрите. Какое оно классное. Сейчас я его нафоткаю. Не такое, конечно, зеленое, но оно восхитительное. Прекрасное.